Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что в машине девушка с явными признаками наркотического опьянения. В ходе осмотра салона сотрудники полиции обнаружили пакетик с веществом серо-зеленого цвета, внешне схожим с наркотическим. Это же вещество было рассыпано внутри машины. Кроме того, под ковриком водительского сиденья найдено курительное устройство. Обнаруженный сверток вместе с содержимым был изъят и направлен на экспертизу. От проведения медицинского освидетельствования 26-летняя сочинка отказалась. Если экспертиза подтвердит наркотический характер содержимого пакетика, то в отношении задержанной будет возбуждено уголовное дело.